по 2 чайные ложки. Березовый йогурт 3 чайные ложки. Смешать и смазывать. Листья грецкого ореха, мята по 1 чайной ложке. Чистотел 2 чайные ложки. Листья ежевики 3 чайные ложки. 1 столовая ложка сбора. Настоять в стакане кипятка, процедить и пить по 0,5 стакана 2 раза в день, утром и вечером. А также хорошо принимать при сильном зуду ванны из зерном ячменя. Значит, берем 0,5 зерен ячменя, варим 20 минут у 5 литрах воды. Настаивается час, процеживаем, добавляем в ванну, температура ванны, чтобы была теплая вода, и принимаем ванну 30 минут. А также у ванной растворить 1 кг поваренной соли, хорошо, если будет морская, но можно брать и обычную. Принимать эту ванну в течение 15 минут, обсохнуть, не вытираясь. Дальше наложить кашицу из измельченного репчатого лука на 30 минут. Затем смыть настоем чистотела. Настой берем 300 грамм на 5 литров кипятка. И дать обсохнуть, уже не вытираться. Принимать хвойно-валериановые ванны. Для чего брать? По 50 мг хвойного экстракта и настойки валерианы на ванну. Продолжительность приема 15 минут. Температура воды 35-37 градусов. Курс 15 ванн. При псориазе с сильным зудом принимать крахмальные ванны. 250 грамм крахмала на ванну. Продолжительность приема 20 минут. Курс 15 ванн через день. Полезны ванны также с отваром семян льна. Для чего 250 грамм семян вскипятить 5 литров воды, процедить и влить в ванну. Всем пока, доброго здоровья!